Ополченец под позывным «Моторолла» женится в Донецке. У нас есть возможность прямо сейчас показать трансляцию этого события. Давайте посмотрим. Всем вам славной любви взаимной, жизни долгой. В этот торжественный, знаменательный день вас пришли поздравить ваши родные и друзья. Среди них самый близкий вашему сердцу человек – мама. Подойдите низким поклоном, поблагодарите за все то доброе, что сделала для вас. Церемонии бракосочетания ополченца «Моторолла» и его невесты, уже, наверное, законные супруги Елены, находится наш корреспондент Семен Пегов. Он выходит на прямую связь с нашей студией. Семен, добрый день. Расскажи, пожалуйста, много ли гостей? Вот мы видим, там практически все руководство ДНР собралось. Дай Бог им поздоровья, детей побольше, чтобы дети были такими же храбрыми солдатами, как он. Можно найти любовь на войне, как думаете? Уважаемые молодые, становитесь вот там. Уважаемые гости, подходим, поздравляем молодых, пожалуйста. Подходим, поздравляем молодых. Пройди вперед. Ребят, расскажите несколько слов, что в вашей жизни изменилось? Да и командира поздравить. Это самый лучший командир, я серьезно говорю. Может, комбат, скажи больше, чем два комбат, слова. Я серьезно. Потяни комбат, два слова, все. Поздравляю, и выбор одобряю. Скажи больше, чем два слова. Костюм не классический, это ксенодрус. Это моя форма, к которой я пришел сюда. Елена, скажите о своих аксессуарах, которые вот не у всех невест увидишь. А покажи, пожалуйста, свой аксессуар. Свадьба это в каком-то смысле уникальная, потому что это первая свадьба ополченцев, до этого уже случались, в славянских в том числе, но это именно первая, которая зарегистрирована как брак, зарегистрированный в Новороссии по всем документам, со всеми печатями, и в общем-то такое историческое событие. Напомню, что перед вами находится один из полевых командиров с позывным «Моторолла», его супруга Елена, с которой они познакомились в боевых условиях. Коллеги, да, Семен, спасибо. Наш специальный корреспондент в Донецке Семен Пегов в эти минуты присутствует на первом официальном бракосочетании на территории Новороссии. Ополченец с позывными «Моторолла» женился на девушке Елене.